Телеканал «Видное ТВ» не раз освещал проблему состояния дорог в городе Видное и других поселениях Ленинского района. Недавно на некоторых улицах был произведен ямочный ремонт, но это была лишь временная мера. Проблему она не искоренила. Автолюбители по-прежнему жалуются. Очень часто по городу езжу, очень много. И дороги, конечно, не устраивают. В Москве они хорошие. У нас латали в прошлом году. Но в связи с интенсивностью движения это все выбивается. Может, там новые технологии, которые раньше, я помню, было по 7 лет дороги делали, когда их ремонтировали, и хорошо ездили. Но машины было меньше. Конечно, ждем. И ждать осталось не так долго. В этом году благодаря софинансированию из Дорожного фонда Московской области администрации Ленинского района запланировано обновить покрытие 20 дорог. Из них 5 – это те, за которые голосовали жители на портале «Добродел». На сегодняшний день подрядчики отобраны, контракты находятся на стадии заключения. Желательно было бы, чтобы дороги улучшились и наши машины ездили ровненько, а не прыгали. Первые ремонтные работы начнутся 20 мая в деревне Петрушино городского поселения Горки-Ленинские. Здесь асфальт заменят на первой и второй улицах. Остальными дорогами уже в Видном займутся чуть позже. Принимая их расположение и подъезд именно к социально значимым объектам, запланированная ремонтная работа уже по завершению учебного года, когда будут улицы менее разгружены, чтобы не составлять лишних неудобств для людей, начнутся они где-то с 1 июля месяца. Всего будет отремонтировано 14 видновских улиц. В частности, одни из самых востребованных – Советское, Гаевского, Белокаменное шоссе. На замену асфальтового покрытия в этом году планируется потратить свыше 120 миллионов рублей. Из них 60% выделит Московская область. Юлия Погосян, Владимир Бежонов, Ольга Садовская, Видное ТВ.